С начала года в Приоралье выявлено 189 фактов браконьерства. Сумма штрафов, взысканных с любителей легкой наживы, составила около 1,5 миллиона тенге. А в регионе насчитывается 196 водоемов. На местных реках и озерах проводят рейды. В ходе одного из них в зоне Аральского моря задержаны 60 браконьеров. У них изъяты запрещенные рыболовные снасти, которые наносят непоправимый урон окружающей среде. В прошлом году во время нереста на водоемах области было выявлено 128 фактов браконьерства. Сейчас 60. По решению суда у них изъяты рыболовные сети в количестве 59 единиц и 1723 килограмма рыбы. Наряду с охраной водной глади сейчас проводится работа по очистке прибрежных зон. С береговых участков вывезено около 5000 тонн бытовых отходов.